Девочки, всем привет на канале «Пиратская жизнь». Слушайте, вот сейчас только что приняла душ, вот, и решила попробовать свой новый крем по йод. Такой вот крем по йод. Слушайте-ка, я не знаю, что это такое за крем, но я, честно, я сталкиваюсь с этим первый раз. Может быть, какая-то такая определенная структура какая-то или еще что-то. Вот смотрите, вот я нанесла. Видите, у меня остаются, во-первых, белые следы. Нет ощущения, что как будто вот крем, да, то есть вот какая-то структура у него, как будто свернувшиеся сливки. Вот смотрите. Видите? Он такое ощущение, как будто он свернувшиеся сливки. Видите? Вот такая вот. Да? То есть нет какой-то вот кремообразности, нет какой-то вот этой вот дел. Я не знаю, может быть, я как-то не так наношу. Может, еще что-то. Не знаю. Я вот думаю, взять вот этот крем, попробовать. Или вот так-то его наносит, или еще как-то. Но у меня, смотрите, остаются вот эти белые следы. Видите? Здесь еще за фигня. А я сейчас пыталась узнать. Вот просто все крема, которые у меня были, они не были. А здесь прям вот реально структура вот каких-то, видите, сливки как будто вот такие вот. И вот это молоко вот такое, знаете. Вот комками, видите, он комкуется. О, видите? Видите? Раз, и все. Я вообще не в курсе, что за фигня. Почему так? Вот, что-то я прям как-то не в восторге от этого поёта. Вот вчера 3000 потратила. С лишним. И вот не понимаю вообще, как ему ухаживать, чего носить. Вообще, конечно, нету ощущения, что на мне крем, вот, не остается никакого жирного блеска, но, девочки, остаются вот эти белые пятна и как будто, знаете, как катышки такие белые. Я вот хочу сейчас баночку эту взять, вот, мы сейчас поедем, съездим к родственникам, потом на обратном пути пойдем прогуляемся. Я вот думаю, может быть, заехать все-таки, видите, эти катышки образуются. На сайте. Может, я не права, или еще что-то. Не знаю. Либо, может быть, я как-то не так наношу. Но вот эта вот текстура, видите, вот он, прям как катышки. То есть я сейчас посмотрела рекламу по йод, и у них там крем, прям как крем-крем. То есть он прям, вот, знаете, прям такая аккуратная такая текстура. А здесь он какой-то как свернувшийся. И мне прям вот как-то прям не по себе. Мне, честно, либо он мне просто не подходит, либо что. Либо я, может, какая-то как из деревни. Не знаю, как крем наносить, да? Нет, кожа хорошая, ровненькая, да, то есть все нормально. Но вот это вот, когда он наносится, это буквально потом вот нужно вот так себя стирать, да? Ну, видите, белые пятна, вот, белые, видите? Что-то такое. Причем это у меня кожа после скраба. То есть не должно оставаться вот этих вот белых вот этих штучек, катышках, вот видите? Девочки, подскажите, пожалуйста, в чем проблема? В чем собака порылась? Может, какой-то испорченный или еще что-то. Я не понимаю. Мне вообще не нравится, честно. Вот Клиник был у меня отличный. Даже вот этот вот крем, который у меня был на Трусе Берега, знаете, был хороший такой. То есть в том плане, что он такой, он жиденький, да. То есть он наносишь, и вот, да, какой-то, может быть, жирный блеск оставался, но, блин. Но хотя бы не катышками. Вот, а тут вот вроде наносишь, блин, как вот размазываешь, да, как штукатурку, вот реально. Девочки, вот такой поет, называется Lisse Крем Licent Riders Fring Smoothing Cream. Вот такой вот новый. Какой-то вот мне молодой человек посоветовал. Говорит, хороший, 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 хороший. Хотел сначала один взять, потом вот взяла вот этот вот. Пусть, как говорится, после того, как он мне мозги, можно сказать, промыл. Вот, не знаю. Мне прям вообще не нравится. У меня прям щека белая, вот видите. Что за фигня такая? И вот здесь вот тоже каточки остаются. Да капец, короче. Вот так вот. Так что сейчас возьму эту баночку, поеду, буду. Хотя, может быть, я сейчас с девчонками тоже поговорю. Скажу, вот, ну, там, Наташа, Даша, может, мне что подскажут. Может, я это какая-то ненормальная. Ну, вот как-то так. Конечно, никакой аллергической реакции у меня нету. То есть я боялась, что у меня будет какая-нибудь, знаете, кожа там красная там каким-нибудь. Ну, короче, будет щипать и прочее, там, розация и прочее. Нет, розации никакой нету, щипаний никаких нету. Нравится, конечно, то, что вот по итогу не остается никакого жирного блеска, но вот эти вот катышки, я не знаю. И мне не нравится сама текстура крема. То есть он такой, знаете, как вот, вроде как на руке, когда он мне размазывал, мне прям понравилось, там, красота, все хорошо. А вот когда на кожу наносишь, вот здесь вот, такая фигня. Девочки, жду ваших комментариев. Что скажете? То ли я дура, то ли что. Или он такой должен быть. Вот такой, знаете, как вот
свернувшиеся сливки, как вот кашка такая, как кашка, реально как кашка. Не кремообразный такой жиденький, ну, какой-то тягучий, да, а как кашка. Короче, я ни хрена не понимаю. Капец, я смотрю, у меня белый нос. Капец. И это крем за 3000. Представляете? А это что такое? Вот это что за следы такие на носу? Вот что такое, посмотрите. Вот. Это капец, это крем за 3000. Жесть. Причем я реально, я говорю, я сейчас вот... Либо, может, у меня кожа облазит из-за того, что я сгорелая была. Либо чего. Я не знаю. Короче, мне ни хрена не нравится. Поет, блин. Говорится, нежели богато, и не стоило начинать. Моя кожа, как говорится, к этому всему не готова, к этим изыскам. Ужас какой-то. Девочки, у меня муж, у меня лучшая подружка, мой муж. Он сейчас посчитал форме. Оказывается, я топорно как-то крем наношу, да? То есть это так вот раз, так вот два, ды-ды-ды-ды. Как говорится, если крем видно, если рожа сальная, значит, все хорошо, крем подействовал. А надо чуть-чуть с горошинку в руках его согреть, потом нежными, легкими, пощипывающими, вот так вот, похлопывающими движениями, нанести его на кожу, чтобы легкий-легкий эффект оставался, да? Честно, я, видать, это как это, баба из Дирайвера. Девочки, я крем наношу вот так, вот так. Мазнешь, так, ух, и так, это ёх. Ну, не знаю. Конечно, в принципе, вот сейчас вот мне нравится то, что нету никакого эффекта, вот, знаете, вот реально, вот как будто вот, ну, нету эффекта блеска, нету вот этого жирного блинчика, который вот взял вот так вот, блинчик помазал вот так вот мордаху, да, она вся блестит, красота. А вот, но и при этом вот создается такое ощущение небольшой стянутости, как будто все-таки суховатая кожа. Не знаю. Давай я тебе попробую. Давай я тебе попробую. Да, да, да. Че ты? Не надо отклеивать. Зачем? Я наоборот приклеила обратно. Это защита, она будет пищать. Так и у меня же чек есть. Ты че? А потом мне скажешь, а где вы его взяли? Где у вас? Давай сюда. У тебя чек есть? И у меня в этой. Ну и все. Во, ну не выкидывай, это ну. Защита. И что? Она у тебя пищать будет. А потом мне скажут, что это ни хрена. Не, ну я сейчас даже еще видео пересмотрела, там уже прям это... Он мне прям показывает, смотрите, это 25-го года. То есть то, что он просрочено, не может быть такого. Давай, давай. Давай на тебя попробуем. Чего, не надо на меня. Давай, как ты там учил меня? Легким движением там, понимаешь, это вот сюда клади. Прям сюда. Ну клади ее прям тогда. О, ну видишь, он какой, вот, видишь, какой крем? Вон, вон. Так, раз, чуть-чуть. Не, да, вот ты тоже топор. А надо вот так вот, легким, похлопывающим. Да. Вот. Кстати, он против морщин. Так что тебе тоже полезно. Вот еще давай возюкай. Не надо мне. Есть у тебя всему этому эффект катышков? У меня нету. Ну-ка давай еще на другую щеку. А, давай мы тебя так вот половинку оставим. Покрасим, половинку оставим. А на другую? Нет у меня такого катышков. Катышков нет. Я чуть-чуть взял и по всей роже. Ну-ка, по всей роже. Как ты? Два дурачка. Что-то. Да кто-то опять наяривает. Вот я подругу кожу. Ой, нежно, шелковисто. Ну, у тебя вот видишь, эффект блинчика есть. Подожди-ка тебе еще. Какого блинчика? Подожди. А какого? Не надо мне носить так много. Подожди. Это на другую сторону. Его чуть-чуть надо прям. Ну, сколько? Во, усок, хватит? Да, вот смотри. Вот, давай, давай. Так вот. Так вот, раз. Подожди, так вот. Легко, вот так, легким движением руки разносим. Что-то вот у тебя нас звонит. Ну-ка на меня смотри. Встань. Вот. Не, у тебя нормально. Ну, короче, выкидывать не будем. Если что, тебе пригодится, да, крем? Я тебе говорю, ты не можешь носить. Ну, что я не ношу? Ты слишком жирно наносишь его. Ну, тоже же эффект блинчика будет. Ты не понимаешь. Так вот нанес его, так ты эффект. Вот и наноси слегка. Так вот. Они как ты любишь толстым... Слоем шоколада. Зато у меня кожа, видишь, какая хорошая. Потому что я жирно мажу с кремом. А не просто так. Я растягиваю одну упаковочку, блин, на 10 лет вперед. Ты сам прочитал, что есть такой эффект. Что типа остаются белые пятна. Ну, смотрите, катышки. У некоторых, да, пишут. Ну, а чего у меня нос белый?
Не знаю. У тебя еще кожа после загара. Да? Если что. Точно? А ты типа не сгорал? Я нет. То есть только я сгорал. Мне все нормально. Не замучил. Девочки. Для жирной кожи. Не, ну для всех типов лица, я посмотрю. Но мне не нравится сама текстура, ты понимаешь? Ну там, блин, должен чего быть клиент. Чего тебе не нравится текстура, блин? Свернувшиеся сливки. И что? Что-то нормально. Это нормально. Да. Носить надо правильно, уметь. Все. Поехали. Поехали, блин. Поехали. Все. Своим, блядь, кремом. Все, давай без... Поехали. Все, без маты. Короче, я с собой возьму. Может быть, меня девчонки научат. Не будет.